Возьмешь 51-й вон там. Сообщение о возгорании диспетчер принял около 9 часов утра. В считанные минуты на объекте оказались 7 пожарных расчетов. На тушение возгорания спасателям было подано 6 стволов, в том числе спецтехника. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огнеборцам пришлось тушить склад со вторичным сырьем. В одноэтажном металлическом ангаре находились бумага и стеклотара. Также от сильной температуры плавились пластмассовые ящики. Насколько опасно? Очень опасно. Сейчас отдел надзорной деятельности выясняет причину возгорания. Основных версий две. Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Также рассматривается версия возникновения пожара по причине неисправности электрооборудования склада. Человеческих жертв на этом пожаре не было, а пока дознаватели выясняют причину возгорания, собственник подсчитывает убытки. В огне пострадало не только вторсырье, но и 2 автопогрузчика и 2 грузовые газели. Александр Комаров, Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.